Есть писатели, которые уж настолько насыщены своим писательством, есть музыканты, которые вот они артисты просто, вот «Мама, не горюй», и Утесов, и Вердинский плачут просто, и Мик Джаггер просто в углу от зависти. Это все, мне не очень все это близко, не очень понятно. Сейчас все, видимо, эти американские фильмы, вроде везде белые и негры, почему же у вас индейцы нигде не ходят третьим, как бы, полицейским или третьим там советником по ядерной физике? Мы преодолели в себе страх, мы вышли на площади Москвы, мы... Это так смешно, боже мой, какие, когда ты сидишь в окопе, тебе 4 часа тебя кроют непрестанно, а они вышли на площади Москвы, боже мой.